многие вот сегодня спрашивали, как заправить канистры у Шерпа. Как заправить канистру у Шерпа солярой. Вот, в принципе, вот так вот. Вот такая приспособа у нас, заправочная станция на бочке стоит. Включаем ее. Нажимаем на пистолет. И все, соляра пошла. Ну, нехитрым телодвижением заправляем бак. Вроде все понятно. Сейчас покажу, как мы будем сливать отсюда соляру. Все, откручиваем крышку. И газу до отказа. Она сама вылетает. Шучу, конечно же. Сейчас покажу. Ну, вот так вот будем переливать соляру из колес. Вот она пошла самотеком в канистру. Соответственно, из канистры мы можем перелить куда угодно ее. Все просто. Горгощан Форева.